Общественные работы по собственному желанию. 96 жителей Серпухова претендуют войти в новый состав общественной палаты. Выборы пройдут уже через несколько дней. А пока самих кандидатов, их профессиональный опыт и заслуги публично обсудили представители правительства Московской области, местной администрации и обычные жители. Наш корреспондент Инна Шейнина узнала, кто и почему планирует стать членом общественной палаты Серпухова. Общественная палата Серпухова будет состоять из 45 членов. Заявки подали 96 человек. Среди кандидатов – представители разных профессий, но больше всего – руководители школ и детских садов города. Мне очень симпатичен подход к подбору кандидатов в члены общественной палаты. Если бы все эти люди, по желанию наших жителей, прошли в общественную палату, и из них была бы создана комиссия по образованию, то это был бы очень хороший такой кулак, с которым можно работать и решать различные вопросы. Галина Артамонова более 40 лет отработала в сфере ЖКХ Серпухова. Сейчас возглавляет управляющую компанию «Фрегат» и тоже готова поделиться своим жизненным и профессиональным опытом. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки мы в нашем городе сформировали тесное сообщество работников жилищно-коммунального хозяйства и собственников. Именно на грани диалога, конструктивного, верного. И поверьте мне, что иногда для того, чтобы этот диалог состоялся, нужно просто понимание, в том числе проблем, задач и инструментов отрасли жилищно-коммунального хозяйства. А вот Ольга Баутина уже состоит в общественной палате Серпухова. Она создала в городе электронный журнал памяти «Мы вас помним» о людях, переживших Великую Отечественную войну. Общественную работу хотела бы продолжать. Есть много инициатив, которые не воплощены были. Я думаю, что фронт для работы еще очень большой. Спасибо. Главное, чтобы люди в каждой комиссии были активными, инициативными и ответственными. Если взялись за дело, чтобы вели его до конца. Спасибо. Как вы? Представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области разъяснил процедурные моменты предстоящего голосования в новый состав Общественной палаты Серпухова и сроки ее формирования. По срокам где-то к концу мая мы полагаем о том, что все палаты муниципальные будут сформированы. В первой половине июня, скорее всего, будет первое организационное заседание, на котором будете избирать председателя, заместителей и формировать профильные комиссии. Голосование в Серпухове пройдет 22 апреля в школе номер 9. Оно продлится с 10 до 17 часов.